Ребята, вы находитесь на канале Брэвка 3-4К. Сегодня мы будем играть в игру под названием Geometry Dash. Кстати, да, я в своем телеграм-канале делал опрос, что какое видео мне следующее снять. Вы там были варианты ответа. Я прошел свой первый сетчик и прошел свой первый думаю желательный сезон. Вы проголосовали и то. Ну, короче, 50% на каждый вы проголосовали. Значит, сегодня мы проходим X-Step и демон. Ну, что, кстати, да. Так, уже неплохой рекорд. Это что? Короче, хорошо уже. Я уже научился играть после после уровня тайм-машин и после уровня сайклс. Они довольно сложные были, я их прошел и довольно хорошо теперь научился играть. Слава богу. Я помню мемори с того момента, когда я его тренировал. Я тогда даже драйаут не прошел. Это было очень давно, когда я его тренировал, но я не забыл мемори все-таки. А вот тут посмотрим, забыл я его или нет. Вроде нет, вроде помню все. Так, ну как же можно было обойтись без лишнего клика? Ну блин. Прохожу. Кстати, у нас сегодня гости дома, ну я тут закрылся и попросил их не входить, чтобы видео нормально записать получилось. Ссылка на мой телеграм-канал будет в описании. Подписывайтесь и на этот канал тоже подписывайтесь. Там еще зрители вот это в телеграм-канале проголосовали, чтобы я снимал видео с Андреем. Продолжал снимать. Ну, короче, завтра выйдет видео с Андреем тогда. Надеюсь, он увидит это видео и позвонит мне. Так, опять это мемори, но я его помню. Ой-ой-ой. Прям в начале видео такие прогрессы ставлю. Надеюсь, мы сегодня успеем сделать и то. Пройти первый инсайн и первый демон. Так, я уже на шаре нахожусь. Нет, ну кому?
как я там слиться смог? Блин, я почти прошел свой первый инсейн. Ну, конечно, это инсейн. Тем более первый. Он не таким легким не должен быть. А то я, блин, тут подумал, то, что со второй, блин, попытки пройду на изи. А нет, он на самом деле сложный. Довольно сложный. Я еще не видел, какой клаттерфанк будет. Сложнее экстепа или нет. После этого видео я клаттерфанк буду тренировать, чтобы попытаться в следующей серии пройти. Но я не уверен, то, что я его вообще в следующей серии смогу пройти. Ну посмотрим, какой он сложный, несложный. Натренирую хорошо, нехорошо, смогу пройти, не смогу пройти, потом узнаем. Что, я прошел первый инсейн. Это вот знак, то, что мы можем успеть пройти демо. Я, кстати, уже его пробовал проходить, когда прошел Cycles, я его на 87% прошел за Nightmare, но это не тот демон был. Ну, я, короче, решил попробовать свои умения. И, как видите, я после Cycles хорошо играть научился. Я, наверное, два изи демона этих легко пройду, потому что я их почти прошел не на записи после Сайклса. Ну, короче, я думаю, вы уже поняли то, что я так хорошо играть-то учился после Сайклса, поэтому не буду вам это уже говорить. Так. Следующее видео будет по Чикенгану, наверное. Это еще неизвестно. Прикиньте, со второй или с третьей попытки пройду. Ну да, я знаю то, что для всех, вот прям для всех, вот этот уровень не считается демоном. Для меня он тоже не считается демоном, он для меня между хардом и хардером. Ну, потому что он... Ну, как он может быть демоном такой... Таким легким? Такой уровень легкий демоном. Камон. Как это... Понимать? Как это понимать? Ну, The Nightmare тоже для многих не демон. А для меня он заслуживает инсейн. Но никак не демон. Инсейн 9 звезд для меня он заслуживает. О. Ну я уже знаю этот баг с самолетиком. Его почти все знают. Блин, ну почему я опять не зашал-то? Надеюсь, мы вообще успеем это пройти. Я не буду сегодня видео больше 10 минут делать. Вот это последняя попытка, значит. Или не последняя. Короче, больше 15 минут не буду сегодня делать видео. На 15 подписчиков на своем YouTube-канале выкладываю третью серию моего сериала «Выживание чикенов». В Чикенгане, которая будет проходить. Правда, я Чикенган уже другой скачал, взломанный, на деньги. Ну, поэтому придется нам карту восстанавливать с моим другом. Надеюсь, мы успеем до 15 подписчиков ее восстановить. Почему я тут теперь не зажал?
Ой, ну почему я все забываю все время? Давай, пожалуйста. Хочу пройти свой первый демон и стать скилловее. Кстати, я играю на телефоне, поэтому не ждите то, что я буду проходить всякие инсен-демоны, экстрим-демоны. Ну, наверное, вот скоро я вот, короче, переключусь на комп. И оттуда уже буду видео снимать, а пока что я на телефоне. На телефоне для многих сложнее играть, для тех, кто на компе. Мне наоборот, на телефоне легче играть, потому что я привык к телефону, наверное. Главное опять не слиться на этом самолете. Я не слился. Так. Надеюсь, я знаю эту мемори. Да. Ой. Блин. Ну, походу, мы в этой серии не пройдем этот демон. Блин. Кстати, кто не понял, почему я... Из-за опроса, короче, прохожу вот сразу два ответа тут. Ну, потому что вы 50 на 50 ответили. 50% было на первый вариант и на второй вариант 50%. Поэтому я решил совместить это все. Потому что не хотелось вот это, ну, тормозить с роликом того, кто... Вот, короче, я не хотел, чтобы другие ждали вот идею для видео, которую они проголосовали, если она меньше процентов набрала бы. Поэтому я совместил 50% плюс 50%. Кстати, скоро 15 минут будет, и я закончу видео. Так. Так. Больше половины уровня пройдено. Пусть это будет тот самый раз. Пожалуйста. Я хочу пройти этот демон. Ну как демон? Хардер... Между хардом и хардер уровнем. Последняя попытка, потому что уже видео идет почти 15 минут. А я не хочу сегодня больше 15 минут делать видео. Кстати, вот после видео по Чикенгану я найду новую игру какую-то и буду по ней видео записывать. Кстати, вы, наверное, спросите, куда делся тот мой друг, который раньше со мной видео записывал. Ну, вы, наверное, те, которые смотрели, ну, кто олды моего канала, ну, как можно назвать олды? Ну, те, которые с первых времен появились моего канала, они, наверное, помнят его. Это тот, который... порядках. Вот я возле него бегала, он меня не видел, и с которым мы паркуры строили и проходили друг друга паркуры. И нет, это не тот,
Это не Хаги Ваги, это другой. Это, как я его называю, Чикен БББ. Я еще говорил на его канал в тех видео подписаться. У него канал точно так же называется. Ну, ссылка на его канал будет в комментариях. И ссылка на телеграм-канал тоже будет в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Так, ну, видео уже идет больше 15 минут. На этом видео подходит к концу. Вы были на канале Бравка 34К. И всем пока.